И всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи Вескер, но мы сегодня продолжаем Sonic Generations. Ой, шарища лютая, неимоверная. Вы не представляете, ребят. Но, как говорится, все потихонечку, всего по чуть-чуть. Я не знаю, сколько у меня, конечно, сил сегодня хватит. Не к игре вопрос. Реально, жарище в доме, это нечто. Но надеюсь, что у нас все пойдет хорошо, и ноутбук тоже будет прекрасно работать. Так, давайте с вами, во-первых, вспомним, что мы в прошлый раз с вами делали. А, да, у нас товарищ Вектор, по-моему, да, сейчас? На всякий случай, да, теперь проверим быстренько все. Так, да, здесь пройдено. Тут пройдено. Так, это полностью окрашен. Так, теперь Милочка Ромазова. Ну, понятно, краска колечко, все прелести жизни. Так, посмотрим сейчас. Не буду вспомнить реально. Так, здесь, понятное дело, вот тут у Вектора мы еще не были. У Чарми мы были. Значит, да, только Вектор остался, получается. Ну и прекрасно, да, сладенькое оставил. Че сюда, давайте сюда тогда уж. Постараемся сегодня целиком пройти Вектора. Не факт, конечно, что получится пройти все, но я постараюсь. Я, в принципе, могу открыть врата босса, но это мне не надо пока что. Так, давайте сначала начнем с Доппингангера. Соник и его Доппингангер прямо вот на этой фотке, как будто это искусственный интеллект делал. Ладно, погнали. Значит, наша задача здесь пройти, обогнав Доппингангер. Это сложно. Погнали! Давай! Так. Какая-то другая дорога. Удивительно, но это что-то новенькое для меня. Походу, короткий путь, что ли, нашел? Так. Вот это неплохо, несемся. Зараза, вовремя скинул, зараза. Вроде его отгоняю. А, нет, я его догнал, но он меня погнал. Зараза. Вперед. Привет. Давай. Есть. Так что здесь не ускоришься. Так, минуточку. Так, откройте дорожку, пожалуйста. Благодарю. Откройте, пожалуйста. Хоть дорожку, пожалуйста, сэр.
Да. Вот так вот. Давай, вперед. Неплохо, несемся с вами. Правда, он меня обскакал, но неплохой проход сделали. Я проиграл. Как он умудрился меня обогнать? Да, попробуем, но я реально удивлен. Я же не мог пойти настолько быстро, да? Давай. Вроде бы я его отгоняю. Так-то посмотреть. Давай. Зараза. Давай, нормально, адекватно расстояние. Вот я его вижу. Как он умудряется меня обгонять? Не понимаю. Да. Отлично. Давай, мы впереди. Ой, зараза, давай. Как хорошо, что мы слетели. Ой, зараза. Кто-нибудь видел ежа в лепешку? Так, ясно. Давай еще раз добьем. Там разрыв небольшой. Так. Вот тут я спустился уже вниз. Здесь я вскакиваю. Хорошо подсказки даются.
Так. Ускоряемся вперед и вперед и машем, пашем. Давай здесь. Это вам. Я очень быстрее в этот раз Дупингангера. Либо это удача такая, либо я не знаю что, но нам очень с вами повезло. Нет, не надо, спасибо. Нам главное получить. Нам главное получить, и проблем никаких больше нет. Так, ну она, скорее всего, сюда вернется, я полагаю. Должна, по крайней мере, в теории. Они обычно круг делают, чтобы мы успели их захватить. Я успел. На последней секунде был. Отлично. Далее. Rooftop Run. Скольжение по крышам. Пройдите по крышам на доске и вовремя придите к финишу. Давайте попробуем. Только я выключу. Может быть, из этого хороший шоу сунет. Я не знаю, какое там короткое время или нет. Может быть, не выйдет. Хотя я думаю, тут бит... Ладно. Вот это да! А она не контролируется, что ли, сама? Все, я, кажется, понял, как это работает. Я, наверное, потом ее отдельно запишу, чтобы шорт сделать. Ну, вот это мне нравится, кстати. Так. То есть это тот же самый уровень. Оу. Что за... Знакомьтесь, ёж падает вниз. Любопытно, не находите ли? И реально забавная ситуация вышла. Да, из этого точно выйдет шорт шикарный. Надо эту штуку перезаписать потом, они себя чисто. Хорошая гонка. Нет, я ее запомнил, я ее потом для себя еще перезапишу. Да шо, с фреда хорошая. Может, здесь что-то можно выбить.
интересная. Ну или с вами будем ее. Так. Так. Я, конечно, свалился, но да ладно. Нет, вот это как раз-таки со скейтом мне очень понравилось. Наверное, будет. Знаете, я говорил, что мне очень нравится Субурбия. Там гонка с грузоганган. Но вот это Лондон мне нравится даже больше. Так, бесконечный разгон. Доберитесь до цели за отведенное время, чтобы открыть навык бесконечный разгон. О, вот это мне нравится. Вот это я хочу. Погнали. Так, возможность ограничена использовать скорее, но если получишь урон, тебе конец. Мне это понравилось. Давайте еще раз. Это тоже хороший шанс это будет. Все, ясно. То есть мне нельзя прыгать. Так, дохлый еж мне нравится. Красиво смотрится здесь. Давайте еще раз. Тридцать шесть секунд. Мне кажется, я справился идеально, да? Вот еще раз. Нет, спасибо. Я думаю, это выходит для шортс. А то меньше это уже как-то неспортивно выходит для шортс с YouTube. Так, ты можешь привести новый навык в магазин. Беги и в магазин навыков. Ой-ой-ой-ой. Ладно, пусть открывается. Надеюсь, не будет катсцены. Я не готов сегодня озвучивать. Спасибо. Хотел лодку забрать, получил врата дьявола открытые. Ну, в защиту ради можно сказать, что эти врата и так всегда открыты. Можно не долететь. Это что-то новенькое. Так, ладно. Есть,
забрал аккуратненько. Так, теперь Вектор Викторовна наша. Вектор, попасть в ритм. Отбивайте ноты обратно Вектору, пока он не укусит ритм. Кстати, если кто не в курсе, Вектор изначально планировался как рок-музыкант для команды Соника. Но впоследствии ему Сега не смогла дать эту работу, и он ушел в частное детективное агентство. Он уж поэтому мне так и нравится. Такой харизматичный джентльмен. Посмотрим, что ты способен, Виктор. А ну, станцуем! Так, ты вступаешь в дуэль с Вектором. Используй самонаводящуюся атаку, чтобы отбивать музыкальные ноты. Посылай их Вектора. Так, ладно, допустим. Я ничего не понял. Так, я нажимаю на А. Мне надо в такт нападать. Или мне бить надо их? Так, это... Мне надо его отбивать. Мне нужно отбивать их обычным прыжком, как будто это, ну, что-то вроде батников. Но... Держи. Держи, не уступлю. Куда он, сюда? Держи обратно. Успел. Эй, что это за золото? Почему она не реагирует? Я целился в нее, ну ладно. Но хотя бы разобрался, это уже хорошо. А ну вперед! Надо понимать, куда он запускает все это дело. Держи золотую. Успел. Главное, чтобы она не осела. О, вот это мука будет. Я здесь замучаюсь. Ну, должен признать, уровень реально. Это, знаете, это как горячая картошка. Это как горячая картошка. Главное вовремя подхватить под углом. Вот здесь проблема только в одном, в прицеле. Тут проблема только в прицеле. Но в принципе мы с вами успеваем. И главное наводиться аккуратненько на эти штуки. Чтобы они... То есть я успел? Хорошая музычка, ритм хороший. Кто мог подумать, что у детективного агентства суперсила — это музыка.
сделал. Так, теперь сюда запусти. Он предсказуем, к счастью. Да. Ой, вот ёж. Почти ведь, неплохо же шли. Сложный уровень, мне нравится. Держи. Вроде освоились, давай следующее. Мне главное запомнить, каким порядком он едет. Жри. Вектор, давай уже, я не могу так долго. Жри уже все свои красные ноты. Фу, это очень бутерды уровень. Давайте, нет. Я уже понравился, если я сейчас оставлю его, то... Сколько здесь уровней? За 120 граммов надо пройти по его. И тут, заметьте же, еще дорога на другие уровни. Там, кстати, дорожка туда дальше идешь. Я, кажется, кое-что заметил интересное. Тут какой-то проход интересный есть. Я не знаю, что это за дорога, но она куда-то ведет. Давайте использую самонаводящуюся атаку, чтобы музыкальные ноты посылались вектором обратно. Успел. Он не уступит, наверное, так полагаю, до конца. Ну, здесь отличная позиция для того, чтобы отбивать их. Ты видишь, куда они летят, и успеваешь вернуться на место. Давай, Вектор! Все же мне непонятно, что это за дорога, она меня отвлекает. Или это будет другой, еще более мощный музыкальный битве? Ах ты, зараза! Так это выход был. Все. Меня устраивает. Шикарная музыкальная битва. И я это оставлю. Это будет, наверное, тоже хороший шорт. Это
оказывается, выход был. Он схитрил, хотел отправить ноту туда-обратно. Такая вот хит. Так, отлично, здесь забрали. Мне все равно вниз сейчас надо. Потому что, скорее всего, должно быть еще одно доп. Испытание. Вот оно. Вот последнее. Бочки и колечки. Разбейте бочки и соберите необходимое количество колец за отведенное время. Всего-то? Ну, получается, да. Слушай, кстати, мы так-то есть по логике успеваем даже, наверное, первый уровень будет короткий, но... О, красота. Собрали, уже хорошо. Я, походу, уже собрал все кольца, что можно. Так, это собрали. Нет, не все. Первый обычно я собираю сразу. Уровень простой, ты же не заметишь сразу. Погнали, соберем колечки. То есть лучше тогда собирать как можно больше. Так, тебе, конечно, уничтожил. Так, немножко не хватает. Так. Так, забираю все. Так, это я все забираю, спасибо. И там еще один бочонок остался. А, отлично, вот теперь вы успели. Неплохо, меня устраивает. 4 секунды хватило до ранга С, да и не страшно. Меня устраивает. Сейчас должно все окраситься, если я все открыл. Да. Мы вернули цвета Лондону. Забавно, если так посмотреть, мы с вами за классик Соника возились дольше, чем за Допинганги. Я имею в виду, если вот смотреть именно в этой зоне. Так, теперь непонятно, куда же должно идти. Так. Есть, забрали. Стоп, я, конечно, окрасил. Немножко не понял, оно окрасилось или это... Или окрасился только какая-то другая часть. Так, что-то я не понял, почему она до сих пор белая?
скажу, Сильвера, и покрасилось его. Так, вот это окрасилось. Так, вот это не окрасилось. Почему? Походу, не все прошел что-то. А что я упустил? Так, тут я все собрал. А, я у этого не прошел, у мелкого. Все, я думаю, что за звук безумный короткий выходит. Оказалось, что ты пустил. Чарми, не выводи меня, остерегайся Чарми. Достигните цель, вовремя избегайте его ловушек. А я думал, чего у нас не скрывать все. А я тут одну, две позиции пустил. Не забыл про них. Я разобью тебе твой зад. Так, если ты прыгнешь на фонтан, вода подбросит тебя, и ты потеряешь время. Так. Ну, то есть мне получается здесь чисто тупо время надо. Так, а Чарми точно нам вражду делает? Так, привет, пчела. Но я могу эти использовать, чтобы проходить как раз таки опасные зоны. В общем, мне главное этот уровень только пройти, опасность стеной. Все, я застрял, да? Я хотел пройти поверху, но... Не пускают уже туда. Ну ладно, хотя бы на Ашку пройти было бы здорово. Я не знал, что он глава в воду идти. О, куда это меня занесло? Это же новенькое. В общем, мне нужно быть быстрее. А, все? Я думал, он дольше будет. Нет, спасибо, меня устраивает. Хороший результат. Эшечка. Прекрасно. Осталось последний только, да, получается? А это у нас только на сбор колец, полагаю. Испытание с одним кольцом. Доберитесь вовремя до цели с одним колечком. С одним колечком. Давненько их не было. По-моему, было уже только одно испытание. Да, это второе испытание. Тут я говорю, что хода. Судя по всему, здесь только одно кольцо. Береги его, как зеницу ока, и старайся не получить урона. Ну, зная меня, это невозможно для меня не получать урон. А вы откроете мне дверку или мне вниз? Так, откройте, пожалуйста, дверку. Я поверху пройду. Так. Этих я обойду. Пусть себе там сидят.
Так, ой, зараза. Я и говорю, видите, даже я тут колечко потерял. Да, тут можно выжить. Ой-ой-ой, колечко, колечко. Забрал. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, колечко. Черт, я потерял его. Конечно, понятное дело. Я и говорю о чем. Уровень вроде легкий. Чую, финиш был близко. Плюс его можно пройти в хорошем состоянии всего. Буквально там за пару дней. Я этого даже трогать не буду, жалко его. А вот этого нет. Так. К счастью, я понимаю, где они находятся. Так. Давайте-ка избавимся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В общем, нам повезло. Спасибо тебе, добрая дырка. Так, ой-ой-ой-ой-ой. Ну вот, финиш. Я же говорю, я чую, где-то он рядом был. За минуту 56. А для ранга выше минуты 10. Ну да, здесь можно пройти за минуту, я это чую, но не будем это делать. Но мне понравилось, хороший уровень, реально интересный. Походу я что-то еще тут не допрошел. Потому что смотрите, видите, здесь все еще гранит. А значит, что-то не пройдено. Давайте изучать. Что-то я не прошел. Должно краситься все. Доппингангер пройден. Тут пройден. Хорошо. Здесь. А, вот еще два. Я думаю, чего я не прошел? Вот что я не прошел. Так. Пусковые обручи. 1, 2, 3. Пройдите через все пусковые обручи и вовремя доберитесь до цели. Ну, это чисто GTA авиация. Ну, если так сравнение делать. Всякий раз по прохождению пусковых обручей будут возникать новые пусковые обручи. Пройди через целый ряд пусковых обручей, чтобы достигнуть. Так. Очень удобно.
Так, откройте, пожалуйста, берем. Так, тут тоже, пожалуйста, входи. Здесь всего 55 области, и мне надо пройти через них все. Зараза какая. У меня 0 колец, между прочим, сейчас. С самого начала так полагаю, потому что я не пробовал точки сохранения. Ну, по-хорошему, здесь, наверное, можно и за минуту пройти, если получится. Давайте попробуем. Так, неплохо. Так. Плохо. Так, отлично, со мной. Так. А как мне туда попасть? А, только разве что ускорением. А, все проще оказалось. Надо было попасть на платформу. Почему она сразу не запустилась? Мне гадать приходилось. Прошли. Необычный уровень, да я потратил на него дольше, чем вообще даже разработчики планировали, но я не буду мучиться. Нет, здесь можно пройти за минуту, я чую это, но тут нужно прям четко отточить навык. Так, и подумать пришлось. И последний остался у нас. Полет на шаре. Используй большие шарики, чтобы забраться выше и вовремя добраться до цели. Получается, мне нужно лезть на Биг Бен. Ну, погнали. Рофтоп ран. Зараза какая. Больно бьешь. Так. Захватись за шар, чтобы подняться. Так, неплохо, конечно. Ну, это, кстати, очень интересно добавили. Будь такая... Так... Очень необычный уровень, мне это нравится. Так, можно, пожалуйста? Зараза, ну ладно, хотя бы от этого избавился. Правда, не понимаю, на какой черт он тут... А, хотя, в принципе, я понимаю, скорее всего, Eggman Industries помогала в организации праздника. О, гениально, я нашел короткий путь.
Оказывается, их может... Ну, нет, я заметил, что от них хорошо отпрыгиваешь. Необычно, что он научился зависать. Давай. Я желтый хочу. О. Ну ладно, дай мне желтый. О, вот уж хороший вариант. Вот фиолетовый. Ой, ладно, давай красный. Ладно, давай желтый. Желтый в капельку, давай. Даже если не успеем, главное пройти. Вот тут главное пройти. Наверное, это один из немногих уровней, где скорость меня особо не волнует. Так. Можно? Так. Ладно, не страшно. А, нет, страшно. Задели. С самого начала? Да вы издеваетесь. Я, конечно, понимаю, но уровень на 2 минуты. Вот он тебе. Диким-диким уровень. Он мне нравится. На воздушный шар летаем. И воров добиваем. Поначалу они даются очень спокойно и хорошо. Так, давай, ёж. Так. Зараза. Я ж пытаюсь его вбить. Так вот. Реально сложно уровень. Хотя тут это хорошо, это дает вызов. Это дает вызов. А что может быть лучше хорошего вызова? Ну, адекватного имеется в виду вызова. Так, прошу, подвезите нас. Пожалуйста, следующий. Так, давайте еще один. Так. Тут случай, когда реально не хватает, вот точки сохранения. Его надо прибить любой ценой. Yeah.
принципе, можно перепрыгнуть. Попробуем. Я так аккуратно это сделал. Филигранная точность. Зараза. Так. Так, аккуратнее. Так, отхочет, пожалуйста, дверку. Благодарю. Надо подгадать время. Еще раз. Вот тут надо поаккуратнее. Тут надо даже не поаккуратнее, нужна именно скорость. Сейчас они будут по мне стрелять в любом случае. Да вы издеваетесь. Нет, мы пройдем этот уровень. Стоп, че я упал? Своего же товарища прибил за это. Вот это, наверное, самый сложный будет. Я думал, уровень с вектором сложный, но там чисто горячая картошка оказалась. Ну, неудобно поначалу, но привыкаешь. А здесь... Мало того, что нету сохранения дополнительного, хотя бы одного. Дает нам мир залезть на верховую. То есть, это уже вообще смех подарок какая-то. Вот, сцепился наконец. Так. Пожалуйста, откройте нам шарик. Зараза ты такая. Ну, хотя бы я эту штуку прибил, уже радует. То есть тут можно сделать сокращенное время, но тут нужно прям постараться. Старание окупается. Пришли. Кстати, пожалуйста. О, как удобно, удачно сделал. Хорош прыжок был. Ой-ой-ой. Мне бы хотя бы пару колечек. Вот здесь самый сложный получается. Значит, здесь финал. Так.
Вот он, да. Голова? Всему голова, но прошли. Как я мог не пройти? В конце концов, впереди только финальный босс будет. По сути, так понимаю. Так что мы прошли все катки. Не, ну, у каждой оценка своя разная, но главное, что мы их прошли. Давай, окрашу нам последний кусочек. Нужно дать тут же местовое, не белое, нормальное. Ага, поймали. И получается, мы все окрасим здесь. Хорошо. В следующий раз у нас будет уже босс, понятное дело. Мы сейчас там где-то уже час записываем. Причем, заметьте, ни разу не лагануло, между прочим. Ни разу не лагануло. Ну тут давайте посмотрим, что у нас. Огненный щит, неограниченное ускорение. Кто? Колба ускорения всегда будет полной, но кольца не брать. Стоимость 700 очков. Пусть будет, почему бы нет. Огненный щит. С помощью него возможен налет с воздуха. Это, в принципе, точно вещь хорошая. Но ускорение лучше, как по мне. Ладно, теперь давайте... Так... У нас осталось 4 анимации, так что, может быть, впереди еще какой-то упад уровень будет. Так, по изображениям, что у нас с вами? Вот. Особый арт-концепт, арт-боссу, созданный во время Sonic CD. Такой смотрит удивленный. Иллюстрация руководства к созданию дизайна Tails. Очень милая, красивая. Кстати, забавно, молоток в 16 тонн. Ребят, запомните, молоток в 16 тонн. Эггман бегает быстрее ежа, может поднимать все больше 16, ну, как минимум, весом 16 тонн. И еще удивляются, почему он живучий. Ну вот, знаете. Так, вариации Тейлса. Ну-ка. Такой милашка. А смысл вариации? Это один тут. Это не вариация, это наброски, анфас, профили для дальнейшей. Так, особые лицевые эмоции доктора Эггмана для Sonic 2. Получается, у Тейлса тоже, по сути, лицевые эмоции. Особая арт-иллюстрация обложки. Особые арт-наброски титульного экрана. Так, ну тут посмотрели, ладно. По персам у нас только один не открылся. И там, скорее всего, будет доктор, полагаю. А по музыке? Что у нас сегодня с вами есть, что у нас нету? Глянем-ка. Так. Topic Resort. Sonic Colors. Diamond Dust Zone, это будет у нас Sonic Flicked Island, если... Да. Так. И Knife of the Wind, это Sonic Black Knight будет. Что вот это реально хорошая вещь. Реально хорошая. Да, кстати, я сегодня не закончим сегодняшний эпизод. Итак, ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Обязательно ставим лайки, пишем комментарии. Подписываемся на канал, Discord, ВКДН, Арт, Телеграм, ссылочки все в описании. И... Привет всем, кто писал под предыдущим комментарием. Один спасибо последнему комментатору Карине. Карину передаю привет. Всем доброго вечера.
или утра, или дня, или ночи. Увидимся с вами в следующем эпизоде на битве с боссом. Удачи!